Ну что ж, миллионы голосов, миллионы поздравлений сегодня произнесут в этот праздничный день светлой Пасхи. Друзья, всем здравствуйте, 10.06 на Камчатском полуострове и в этой студии Анастасия Островская и моя тезка Настя Гагарина. Всем привет-привет, миллионы куличей, я бы сказала, и яиц еще сегодня съедим мы все. И, собственно, мы же их и разыграем в нашем пасхальном фотоконкурсе. Наша студия вся уставлена вкуснейшей выпечкой от нашего партнера, это пекарня Степанова из Вилючинска. У нас 1000 яиц от ООО «Экспо Групп», это новосибирские яйца, у нас мясные наборы от «Агротек», и все это великолепие мы раздадим вам, дорогие наши друзья, дорогие наши радиослушатели и подписчики нашего телеграм-канала «Радио Камчатка». И там еще есть конфетки от «Алфавита вкуса», но мы держимся уже вторые сутки, не едим, не притрагиваемся, а сохраняем все для участников фотоконкурса. Кстати, сегодня уже вышел пост об этом в нашем телеграм-канале. Да, мы много анонсировали, думаю, что все уже в курсе наших планов на этот праздничный день. Сегодня утром вышел пост в телеграм-канале «Радио Камчатка», где в комментариях наши подписчики делятся просто великолепием своим, фотографиями своих праздничных столов. И не просто так. За самое большое количество лайков участники у нас получат денежные призы. И участникам мы раздадим все то перечисленное, все те перечисленные вкусности, о которых мы говорили немножечко раньше. Все что-то, да, получит обязательно. Да, будем победителей определять при помощи лайков, которые получают фотографии. Я вот смотрю, уже 129 комментариев на эту минуту, и это просто бесчисленное количество невероятных фотографий пасхальных столов. Здесь и куличи, и раскрашенные яйца. И вот видно, что зайчиков даже вот кто-то связал зайчика, может, специально к Пасхе, может быть, был уже в заготовочке. Вербочки. Вот просто все невероятно красиво. Ну, я там тоже отметилась. Мы вчера подготовили корзиночку. Вот это вот все, ну, куда складываются кулички, яички. С котом? Вот вот. Но тут кот решил, что ему там больше места, нежели пасхальным вкусностям. Он туда забрал. Собрался. И я, да, и даже вот уже сколько... Ого, у меня уже 12 лайков мой котик собрал. Я тогда тоже сейчас выкладываю свою фотографию, связанную птичкой с яичками. Ну, мы, друзья, конечно же, вне конкурса, мы просто, ну, руки чешутся. Тоже поделиться своей красотой. Еще я тут же опубликовала картину, которую нарисовала вчера моя дочка 9-летняя. Это просто какая-то красота невероятная. Везде ее поставила, ну, возле стола нашего пасхального. И она тоже собирает лайки, между прочим, в комментариях. Но я вот что вижу, я лайкаю все подряд. Вообще, мне все нравится, потому что наши подписчики, наши радиослушатели такую красоту присылают, что нельзя не отлайкать. Да, да, действительно очень красиво. Я единственное, что смотрю на куличи и вот думаю, так, это интересно, покупные или сами делали? Потому что то, что красили яйца, это понятно, что все сами своими ручками, там есть такие шедевры вообще, и с глазками, и с ушками, с чем угодно. А ты, кстати, как яйца украшаешь? Я вот просто покрасила и вот трем экземплярам нарисовала глаза. Мы делали вчера яйца с золотой паталью. О. Да, мы сначала их красили в разные цвета, такие они у нас получились пестрые, еще сверху золотиночки такие. И, конечно же, я это тоже опубликовала вместе со своим котом. Заходите, смотрите. Ты же меня знаешь, я связала яйца и нормально разложила по столу. Ими, конечно, не побьешься, но они достаточно такие мягкие. Ну что, зато красиво, зато своими руками. Друзья, включайте погромче приемники, заходите в телеграм-радио. Телеграм-канал «Радио Камчатка». Там помимо конкурсного поста есть у нас интересные опросы. Мы узнаем, покупают или готовят камчатцы куличи. Как они побеждают в яичных бойнях. Как выйти победителем из этих яичных битв. И ждем, конечно же, гостей. В течение ближайших 4 часов говорим о Пасхе. Поздравляем камчатцев. Слушаем поздравления от жителей нашего полуострова. И, конечно же, наслаждаемся хорошей музыкой. Оставайтесь на 105.5 FM.